Привет, мои дорогие зрители, с вами Лавстралия. Это моя первая остановка в поисках клада. Кто впервые у меня на канале, садитесь, ложитесь, и мы приехали. Может быть, сегодня нам повезет найти клад, а может быть и приключения, не дай Боже. Приключения на одно место. Ой. Вот это все новое. Вот это... Ой, я... Надо к этому привыкнуть их крутить, научиться. Ну что, вот эти кругляшки, я не знаю, как они китайские. Кругляшки для успокоения нервов я положу в карман. Здесь кто-то ходил в походы, и теперь все палатки. Все спальники вынес на улицу. А вот это... Ого, ого. Это же, батюшки мои. Ой, вот это жалко, что сломано. Это очень дорогая... Очень дорогая посуда. Ну, как посмотрим. Она даже ободранная. Вот это, видите? Большой очень казан. Но он минимум даже вот в таком состоянии за $100 продастся на eBay. А в столице идут. Сами комментируют. Ой, человек идет и комментирует. Посмотри, говорит, что тут выставили. Вот девочки только сейчас вынесли. Посмотрим, что это там за лампа Аладдина. О, боже. О, ребята, вот этот поедет со мной. Надо ее потереть. Господи ты, боже мой. Когда мы с вами клад-то найдем реальный? А это какие-то тут... Не то свечки, не то не знаю что. Ну да, Аладдин Magic Lamp. Вот это да. Ну-ка, давайте еще посмотрим. Ой, что тут есть? Надо отложить вот это вот. Ого, находки. Ну, наверное, девочки переезжают. Вот тут и кухонные вещи, и... Или реновацию делают. Плиты. Или тут постоять, чтобы мне не бегать сейчас видео снимать. Может, еще что-нибудь вынесут. Тут какая-то игра. Здесь еще вот полочка. Вы знаете, очень удобно на стол такую поставить, и сюда можно всякие бумаги сложить. А это, батюшки, ой, батюшки мои, это что такое? Ой! Вот это новое. Вот это тоже новое. Beauty Work. Ревлон. Тоже новые тени. Тень на плетень. Это не вижу. Это тоже новое. Это не новое. Очень много лаков. И вот это вот новое. В общем, здесь все вперемешку. И новое, и не новое. Вот это вот. Да, это тоже новое.
И вот эти новые. Вот это вот я возьму несколько штучек. Свои старые выкину, возьму новые с улицы. Вон еще женщина что-то там вынесла. Одна женщина подошла, посмотрела, книги детские взяла. Я ей показала, где вот эти все тень через плетень. Ну вот она ее забрала. Так что новые тени не пропали. Здесь старинные кресла. Разбирают потихоньку. Здесь коробки со старинными книжками. Пятнадцатый год, Чикаго. Энциклопедия. Это, по-моему, тоже Библия. О, тут и это Библия. Это продолжение энциклопедии. Тут, по-моему, полное собрание. И здесь Библия. Сорок пятый год. А теперь смотрите, какой год. 1860 написано. А это, я не знаю, что. 1799. Батюшки мои. Тут что-то понаписано. Очень большая золотая рама, но разбито стекло у нее. Кровать, сушилка, стол шейби-шик, здесь игрушки, раму развалили, это что такое, опа! Вот тоже жалко, как швырнули. Ручки, ножки отвалили. Обалдеть. Целая коробка с новыми лампами. High Power LED Lamp. А эти лампы очень дорогие.
Велосипед детский. Файл-кабинет. Диван воздушный. Тут, по-моему, наша тарелочка. По-моему, деревянная. И вот еще одна. Твою дивизию. Сейчас попробую завести. Новые очки Марчон Титаниум. И, по-моему, это новый термос. А это кукольные игрушки. Кукольная мебель и миниатюрный чайничек китайский. Пиалки, маленький подносик и чайничек. Вот он. Какого размера? Я его возьму. Вот симпатичные чашки Касабланка Hand Painted. Их там несколько штучек. Касабландочек. Ох. Ой, какая красота. Красота, поехали со мной. Ребят, вот этот скворец, смотрите, вот он. Возможно, у него тут гнездо. Он меня сейчас чуть не клюнул, атаковал. Пикировал. Прости, Господи. В Австралии нужно шлем носить. Ты, бляха-муха, не смотри на меня так. Ой, ребятоньки, я пошла отсюда. Ну его нафиг. Ой! Ухожу. Уходи. Вот здесь интересная вещь лежит. Правда, я ее открыть не могу. Стекло, под низом что-то вроде бархата, и вот это должно открываться. А, вот. Тут шурупчик. Ладно, не будем открывать. Да, не будем открывать. Открыла. Велосипед шикарный.
обалденная подставка под телевизор. Вот ее тут залепили, не буду отлеплять. Если видите, мужчина разбивает шикарную мебель. Кошмар, кошмар. Вот здесь вот. Я вам не могу показать, итальянская мебель. Видно, переезжают и вызвали машину, и чтобы все поместилось. Ой, какой кошмар, даже смотреть не хочу. А я вот-то что пропустила. Вешалка. Форма у нее очень красивая. Вот уникальные вещи стоят. Я их возьму. Все это помою. У людей это было в гараже. Такая и вот такая. Это можно повесить на стену и поставить сюда всякие миниатюрные фигурки. Здесь-то что? Ой, бой! Ну что, берем? По-моему, мой размер. Это в коробках свет для Нового года. Лампочки. Лампочки, лапочки. А это что такое? Это я не знаю, что такое. Возможно, для рассады что-то, скорее всего. И вот это новое. Для микроволновки. И вот еще тут две новые. Яйца варить в микроволновке. И вот это тоже я возьму. Бумага наждачная. Новая. Я из машины не поняла, что это такое. Это стул. А внутри можно что-нибудь складывать. Ой! Такой подвинтажный. Ага. 64-й год. А я 63-го года. И я винтажная. А здесь-то что выставили? Я не знаю, это откуда-то из офиса, возможно, привезли. Шикарное качество. Только помыть, только помыть. А это ширма. Здесь кто-то переезжал, и вот это вот все, что не повезут с собой, выставили на улицу. Тут уже все попереворачивали, все раскидали. Я не знаю, тут смогу я вам какое-нибудь видео сделать, получится у меня или нет, но попробую. Джинсы симпатичные.
Все тут пооткрывали. Вот люди останавливаются, подходят, берут, что им надо. Тут бы ноги не сломать. Батюшки. Ой. Платье. Пуфик старинный. Игрушки. Тут открыто. Тут тоже что-то было. Ну-ка, вот тут. Ага. Было, сплыло. Чемодан. Обувь выпотрошили прямо на дорогу. Чемодан с посудой. Вот это хрустальное у меня дома-то такой набор. Волшебная палочка. Вон здесь их целый. Тут тоже целый набор. Я их не буду разматывать, пускай кто-нибудь их возьмет. Это для пива. Манекен, картина, коробка с посудой, вот Лего браслет. Кукла огромная. Ваза. Я пошла отсюда, потому что здесь как будто торнадо прошло. Одиночный стул. Детская машинка. С глазками. Я их называю бегалки, потому что здесь нет педали, это надо ножками перебирать. Очень красивое зеркало выставили. Диван. И еще диван с подушками. Детская коляска. Бархатный диван. Большая игрушка. Ткань какая интересная.
IKEA. Это что такое? Не знаю, что это такое. Я думала сперва какие-то лампочки. А может быть и... И правильно подумала. В количестве двух штук. Здесь салфетки новые. Сейл прайс $5. Чё ж такая дорогая-то? Это фартук новый. Непонятно. Это не пластмасса. Я даже не знаю, из чего. Какой-то материал необычный. Пластмасса, но не пластмасса. Это все новые салфетки. House и Home. Очень хорошего качества. Вот тут. А это новая скатерть. Здесь же еще такой симпатичный чайник. Сделан в Китае. Форма красивая. DVD-шек всяких разных детских. Ну да, сейчас все есть в компьютере. Такое тоже никогда не видела. Новая печка. Маленькая какая. Ваза китайская или японская. Какая тоже необычная. Форма у нее необычная. Но, к сожалению, не пишут или вот это пишут. Может быть, здесь какой-нибудь напиток был? Ой, ой, вот это я с собой возьму. Ой, ой, возьму с собой. Какаду и мои пики. А пик на какаду катается. Яичница. Где эта яичница сделана? 2018 год. Барнет. Гумнет. Гумнут. Я такое не слышала. Ну, прикол. И вот эту тоже я возьму. Что тут еще? Красивая. Made in Japan. Вот еще одна яичница. Под яичница. Мистер Стронг. Тоже какая-то коллекционная 2013 года. И здесь посуда.
чашка очень симпатичная. Ну, это современная. Если была антикварная, вы знаете, я возьму ее тоже. Очень красивая. Ой, а там еще есть. Еще одна. Такая же у нее расцветка. По-моему, такая же. Ребят, я в шоке. Здесь коллекционная вещь стоит. А, это, по-моему, эти светильник, реклама для пива. Единственное, только ушко отвалилось. Ничего, что-нибудь придумаем. Коняга, поехали со мной. Это коллекционная вещь. Здесь еще одна коллекционная, но она пропала. Банда Берг Ром. Видите, Мишка, белый медведь. Где находится? В туалете. Что тут вообще происходит? И все вот это вот от влаги покрылось плесенью. Посмотрите на эту красоту тоже. Тоже пропала. Ой-ой. 1903 год. Эда Парсонс. Если, ну я не знаю, сейчас темно. Видите, вот эта вот плесень, она, может быть, написана, но вот нет, видите, все пропало. Кошмар. Это наша влага австралийская. Тут картина тоже пропала. Корова. Коровья картина. Кто не знает, что у меня есть второй канал. Канал называется Элла Австралия ТВ. Всем добро пожаловать. Накатались, намотылялись со мной. Ребят, я открыла эту лампу. Вот это голубое, это все эмаль. Здесь камушки. И теперь перед каждой поездкой я буду ее натирать. Абракадабра, клад найдись. Ой. Конечно, это шутка, но в каждой шутке есть доля правды, дорогие мои. А с вами была Элла Австралия. И как обычно, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Ну, и многие меня спрашивают: Элла, а куда ты деваешь все вещи? В основном то, что я сегодня нашла, я отдам их в церковь на благотворительность. Я всем желаю огромного здоровья и мирного неба над головой. Ребят, ну а кто не видел, это мои предыдущие находки. И вот это Будда из аметиста, это тоже находка. И вот это вот старинный фотоаппарат. И т.д. и т.п.